Приветствую! Сегодня представляем вашему вниманию стабилизатор напряжения Elix Hertz M16-1/50 на 11 кВ ампер. Данный стабилизатор является электронным, тиристорного типа. И что это значит? Значит это то, что скорость срабатывания у него очень высокая, всего 20 мс. Ваше входящее нестабильное напряжение будет на выходе 220 вольт преобразовано. Куда же эти стабилизаторы в основном подходят? Самые распространенные это большие загородные дома, дачи, средние дома. Для квартир уже их не так часто берут, но если квартиры большие и нафаршированные большим количеством бытовой техники, то и эти аппараты также периодически используются и ставятся. Благодаря своим точным характеристикам, погрешность у него на выходе всего 2,5%, это порядка там, 5-6 вольт на выходе. В принципе, данный стабилизатор применим в различных сферах, как и для медицинского оборудования, и для офисных помещений, опять повторюсь, квартиры, дома, дачи. Главное, чтобы по мощности правильно был подобран, и тогда он будет вам долго нормально служить. Этот стабилизатор является 16-ступенчатый, то есть у него достаточно плавная регулировка входящего напряжения. То есть он за 16 ступеней и поднимает, и опускает напряжение до предела на выходе 220 вольт. И, соответственно, ступенька, шаг стабилизации приравнивается 6 вольтам. То есть за 20 миллисекунд он выравнивает ваше нестабильное входящее напряжение, делает на выходе его 220, такими ступеньками плюс 6, плюс 6, плюс 6 вольт или минус 6, минус 6, минус 6, но очень быстро это все происходит. Рабочий диапазон стабилизации у него 150-260 вольт, то есть он пониженного и повышенного напряжения. И в этих пределах на выходе он будет иметь погрешность всего там, до 6 вольт, 220 плюс-минус 2,5%. Предельные значения, в которых он будет работать, это 120-280. Если напряжение будет ниже, например, 150 рабочих и оно будет там ближе к 120, он все равно будет стабилизировать, не отключаться, ну, с большей погрешностью на выходе. При 120 вольтах он уже отключится, не будет пропускать питание и будет ждать, когда напряжение вернется, и он продолжит стабилизировать. То же самое по верхнему пределу. Если будет свыше 260, но до 280, он будет продолжать стабилизировать. И лишь когда будет 281, например, на входе, то тогда он отключится. Ну, тоже с большей погрешностью. Стоит также напомнить, что мощность этого стабилизатора в киловольт-амперах. Если вам нужно посчитать в киловаттах, то там примерно умножаете там, на 0,8-0,9, обычно 0,8 получается в киловаттах. Также учитывать нужно при пониженном напряжении, мощность стабилизатора падает. Это тоже нужно учитывать. Если переходить к внешнему виду стабилизатора, то мы увидим следующую картину. У нас есть дисплей, на котором можно увидеть сейчас входящее напряжение, вот сейчас выходящее напряжение. Тут частота и тут температура. Ну и тут опять все то же самое поехало. Вот переключатель. Сейчас вот есть два режима: транзит и стабилизация. Сейчас он поднят вверх на режиме стабилизации. И мы можем переключить в режим транзита. Режим транзита позволяет пропускать входящее напряжение через стабилизатор, не стабилизируя его. А режим этот очень удобный в случае поломки стабилизатора, либо если вы хотите поварить через стабилизатор, а данный производитель не рекомендует после со сваркой использовать этот стабилизатор, чтобы он не стабилизировал после сварки. Вот сейчас мы переключили в режим транзита, как видите, лампочка загорелась, питание поступает, но тут ничего не отображается, это у нас в режиме транзита и это его нормальное состояние. Теперь мы его снова включим, сейчас будет такой. Сейчас будет такой вот такой небольшой
при включении немножко пошумит, и потом вот он перестанет шуметь, будет тихо работать. Ну, стабилизатор достаточно бесшумный. Можно его вот так поставить, как он у нас стоит, либо на стенку подвесить, вот у него крепеж есть на стене. А, вот сверху у него кулеры. Для охлаждения они будут включаться, если будете сильно нагружать стабилизатор, он будет греться, либо он в каком-то горячем душном помещении будет находиться, будет греться. И вот здесь уже у нас подключение. Вход 0,0, выход. И вот есть заземление. Если есть заземление, подключаете. Нет заземления, не подключаете. Ну вот подключение как бы достаточно простое. Вот снизу. И оно вообще вот так вот закрывается. И у вас будет вот так вот аккуратно все закрыто. Кстати, подключение данных стабилизаторов у нас идет бесплатно на правах рекламы. По поводу комплектации. Вот все это дело будет вот в такой коробке заводской. Здесь будет гарантийка сзади. Вот у нас паспорт, и сзади отмечается дата продажи. Мы тут ставим наши отметки все, плюс прикрепляем расходную накладную, либо товарный чек. Ну, в принципе, сам стабилизатор, вот это вся и есть комплектация. Крепеж, либо кабель в комплектацию, сюда не входит стандартно. По поводу габаритов. Габариты у данного стабилизатора, сейчас посмотрим. 300 это у него ширина, 165 это глубина и 490 высота. Все это я указываю в миллиметрах. И 25 килограмм его вес. И автомат вот у него на 50 ампер фирмы Siemens. А теперь мы будем имитировать скачки напряжения. И сейчас увидите, как он будет. Вот входящим напускаем. Ну, посмотрим, давайте, что на выходе. Вот 220. Вот теперь уменьшается. Сейчас мы посмотрим, что на 150, напоминаю, 150-260 это рабочее напряжение. То есть при 150 он еще выдает 215 в пределах своей погрешности. Сейчас мы будем делать меньше, там уже входящий, видите, уже 140, уже погрешность на выходе, уже, например, 130, уже 186 на выходе, вот 175, это при 123. Вот сейчас он отключится, вот, ниже 120 опустилось, стабилизатор напряжения, вот надпись OFF. Сейчас мы вернем напряжение, вот, например, вернулось напряжение там в пределы свои, и он автоматически включится. Та же самая история, ну давайте вот мы сейчас 226, это уже выходящее показывается, мы будем имитировать скачки, вот тут разные, вот лампа практически очень не мерцает, еще 16 ступенчатый аппарат. И вот теперь давайте будем вверх поднимать 150-260, у нас 220-259, ну сделаем 260, вот 223 на выходе, сейчас сделаем чуть больше, вот сейчас. Вот, 270 уже, и уже погрешность чуть больше, но нам там 245 не будет. 282. В принципе, он уже должен выключиться на 280. Но он у нас не выключается. 240 на выходе. Ну, буквально ему вольтика не хватает. Тут наши обалатора на полную мощность шуруют. 281, ну вот где-то на 280 он должен выключаться, ну 282, возможно наши латры тут погрешность какую-то дают, может тут и... Вот, ну до 280 он отключается, та же самая история, он будет включаться, когда вот сейчас мы сделали меньше, ну 264, и на выходе он 226 показывает в пределах своей погрешности. Транзит, стабилизацию все рассказал, там есть дополнительные настройки, вот как бы тут все характеристики также отмечены, ну все остальное, подключение простое,
электрическая схема подключения есть гарантийки, поэтому, в принципе, сложности не должно возникнуть при подключении. Интернет-магазин 740 является официальным дилером стабилизатора напряжения Elex Gertz. Мы вам сможем грамотно подобрать стабилизатор, проконсультировать. В принципе, звоните к нам по телефонам на сайт, либо оформляйте заказы через корзину. Они вас ни к чему не обязывают, можете просто проконсультироваться и расспросить всю детальную информацию, если вам остались у вас вопросы после нашего видеообзора. Если вам понравилось наше видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте обратную связь, нам это очень важно, что вы думаете о наших видеообзорах, насколько они вам полезны. Также хотели бы поблагодарить Олега, который у нас заказывает данный стабилизатор из-под Киева, пригород Киева. Благодаря нашим клиентам мы развиваемся и будем дальше делать много хороших видеообзоров. Напоминаю, что наши стабилизаторы работают на 20-30% дольше, чем у конкурентов. Спасибо за внимание и обязательно обращайтесь и заказывайте у нас. Всего наилучшего!